привет, друзья и зрители нашего канала! Мы приглашаем вас окунуться с нами на рыбалку. В этот раз рыбалка будет у нас по последнему льду, так называется. Мы наконец-таки выехали, проехали 120 километров, чтобы сюда добраться. Приехали мы сюда на квадроцикле Росомаха Экстрим Плюс, так как снегоход сюда просто не доедет. Мой друг поехал на снегоходе, я поехал на квадроцикле. В итоге в этом сюжете вы увидите, как были приключения, что я его тащил, и я даже застревал 2-3 раза, по-моему. Один раз хорошо застревал, пришлось применять кое-что, но это в сюжете. Ну и давайте наблюдать, чего же мы поймаем. Поймаем то, что хотели. Я хочу трофейную щуку, ну примерно 10 килограмм. Выйдет она или не выйдет, будет все зависеть от случая и везения рыбацкого. Погнали! Присоединяйтесь. Завершающее приготовление. Ну что, вы готовы? Да, мы готовы к дальнему путешествию. Страшно? Или волнительно? Или волнительно? Последний лёд волнительно. Волнительно. Ну что, пошло у тебя топливо? Да, пошло. Вот, волнительно, хочется съездить все-таки на рыбалку еще раз. Подумали, а все-таки это адреналин. Что, поехал? Это болезнь, от которой невозможно вылечиться, ребята. Рыбалка это такое, затягивающее, особенно тайга. Когда ты можешь на таком огромном квадроцикле отомчаться по тайге, по природе. Свобода, дух свободы. Кажется, дождик начинается в дорогу. Серьезно? Ну, а ты не слышишь? Блин, дождик начинается. Дождик не надо нам. Конечно, мне прям даже не видно, что он там делает. Что вы делаете? Конечно, озвучьте. Дорога дальняя, топливо нужно там. Тебе надо с тундры снимать. За кордоном. С тундры снимать, что ты делаешь. Сейчас мы это сделаем. Канистру сейчас. Так, я забралась в багажник тундры, чтобы увидеть, что там происходит на этих высоких колесах. Какие действия? С собой где-то порядка 60-70 литров топлива. Мало ли вдруг где-то придется газовать, буксовать. Так. Нет, тебе не придется. Ну, дело такое. Где-то снега больше, где-то меньше. Так, и вот эту канистру. Слушай, ты вровень с тундрой. Кофры даже чуть-чуть выше. Ну это точно. Вот видите, что мне приходится снимать. Тут на багажнике. И пусть она. Ну да. Килем. Весна набирает обороты. Лед потемнел. У нас даже на Колосе вчера живца ловила. На маленькой ручейке. В общем, уже мужчина провалился, спустился, оступился с бурановского следа. Ну, глубина небольшая. Но считай, почти. По пояс ногу намочил. Конечно, какая рыбалка. Действующий понтонный мост еще пока не начался ледостав. Речпорт города Урай. Так, и вот на старте, на финальном старте, можно сказать, мы уже едем в тайгу. Ура! Иха! Вот, друзья, постараемся как уехать в тайгу 120 километров, так и вернуться живы, здоровы и невредимые, чтобы нигде не застрять, соответственно, порыбачить на завершающий лед на Жерлице. До новых встреч! До новых встреч! Ждите обязательно фильм. Если фильм выйдет, значит, все прошло гладко. Давайте, пока! И ушел в закат или в рассвет. Такие роскоши остались, бугры снега, уже скоро они растают. Я продолжаю путь, пока дорога чистая, скоро начнется болото, тайга. Как говорится, 100 километров почти по такой дороге, болото, лужи, а потом тайга, там снег. Вперед без остановки.
нас ждут друзья. Проехал я уже 30 км. Обнаруживаю, что уже болото потихонечку, кочки начинают скрываться. Все-таки весна идет очень быстро. Вот. Ну вот первая лужа, в принципе, до которой я только доехал. То есть дорога еще не наполнилась лужами, то есть болота еще не потекли. Это первая, неглубокая, в принципе, значит, я пролечу очень быстро. В прошлом году здесь я плыл. Что, друзья, вот мы собрались, собрали волокуши и выдвигаемся на рыбалку. Первый друг поехал, Андрей. Сейчас и я выдвигаюсь. Завожу свой квадроцикл, росомаху, и вперед на рыбалку. Увидимся через 3 часа. Что там, как там, а может еще поснимаемся по дороге. Адреналин начинается. Проехали озеро, практически, точнее, мы его проплыли. Сейчас я сделал, подспустил колеса, потому что все равно валюсь, держу между собой бурановский след. Ну и за мной, конечно, вон колея. По одной колесе, по одним колесом иду, иду, иду. Скорость, конечно, невеликая будет. Где снега много, там я, конечно, буду валиться. Ну, в общем, сейчас я подспустил колесики. Чуть-чуть полегче будет, посмотрим. Дорога только началась. Впереди 40 километров. Вперед. Друг уехал. Вот так оставляю за собой колею. Думаю, наверное, еще чуть-чуть подспустить колеса, чтобы еще лучше шел. Потому что, ну, совсем тяжеловато ему. Вот. Продавливает хорошо. Но нужно, чтобы еще лучше. Это пока по болоту, по лесу сложнее. Вот. Как-то так. Экспедиция. Друзья, мы продолжаем путь наш. В одном месте я, конечно, подсел. Там прям провалился очень много жижи. Здесь уже местами на болоте тоже хорошо жижи. Вот. Но потихонечку, уверенно, медленно, но уверенно я иду. Вот. Ну что ж, а у нашего друга Андрея порвались уши рычага. Вот. Сейчас делаем ремонт. Вот. Говорит, что можно с помощью мата и плоскогубцев починить. Возможно, это нам поможет. Делаем восстановление техники. У меня что-то там воняет из-под... Что воняет, не могу понять. Такой запах у меня с этого, с квадрика. Ну, принимаю решение еще спустить колеса. Еще чуть-чуть. Потому что нужно широкая, более шире площадь. Более шире площадь. Шире площадь, чтобы я вообще хорошо так уверенно шел. Так вот я спустил, и вот потихонечку он давит, и ползем. Андрей ковыряется. Предложи чашечку чая с лимончиком. Так, смотри, видишь, еще озера уже покрыты наледью. Наледь уже отошла. Ну, то есть, можно сказать, уже вода. Вода со снегом полностью пропиталась. 2-3 дня. Ну, 4 оторвет. И все это уйдет. И лед очистится. Будем ждать. Ну, а мы продолжаем ремонтироваться. Чтобы было понятно, вот у нас отломалось ухо.
Вместо него мы поставили бревно, держак, все повязали на резиночки. И у нас получилось вот такое соединение. Сейчас будем пробовать и потихонечку ехать. Уже скорости большой не будет. Технику завели. Пробуют ехать. С Богом. Снег валится, конечно. Тяжело идти. Мне тоже не легче. Вперед догонять. Говорится, друзья, хочешь хорошей рыбалки, не забудь покопаться. Вот мы тут чуть-чуть прикопались. Волокуша у нас перевернулась живцами совсем. Немножко измочила, но живцы остались живые, слава богу. Сейчас мы тут барахлишко перебираем. На квадрик частично вешаем. Угортовываемся по полной. Живцы туда переехали. Продукты и все такое. В общем, потихонечку грузимся. Вот так вот у нас все получается. А впереди горизонт, нетоптанная дорога. Принимаем кардинальное решение. На меня перегрузили максимально тяжелые вещи. Вот так вот квадрик идет. Потихонечку волокушу максимально разгрузили. Она очень легкая. Трос на всякий случай сейчас ко мне подвяжем, если вдруг Андрею нужно будет помощь дернуть и так далее. Ну, в общем, движемся. Вот и солнышко появилось. Продолжаем ехать. Все хорошо. Так, ну что, проехали мы уже много километров. Еще немного нам осталось, километров 7. Все болота страшные пролетели. Тяжело, в натяжечку. Ну, идем, ползем, ползем. Я еще на Андрюху тащу. Вообще супер. Ну что, после меня получается такая хорошая колея. Андрюша спокойно едет за мной на сцепке. Поломанный весь. Палка торчит. В общем, на квадроцикле вот такая колея. И движемся вперед. Погнали, ребят, еще 6 километров, и мы на месте. Так, ну вот мы и подъехали. Наконец-таки до того мостика, где мы в прошлом году плыли вплавь. Пока стоит. Пока стоит. Вот-вот еще чуть-чуть, и все побежит через верх. Сейчас мы, друзья, поставим с вами камеру. Проверим заодно, посмотрим, не обваливается, не проваливается ли. Ух ты. Да. Водичка уже бежит. Застряли в торфянике. Сейчас будем пробовать выкапываться. Почти приехали. Но 100 метров. О, пробивай дорогу.
Вперед, да? Конкретно няша. Да там лед, какой там няша ты тут? Ну я шлифую его. А? Шлифую, давай вон лебедку до того дерева. 5 секунд делов. Зачем рвать буду? До какого дерева? Да вон дерево. Да далеко же, блин. Почему далеко? У меня лебедка, я не знаю сколько метров. Мое лебедка, она у меня автоматическая. Друзья, вот я присел. Там прям конкретная жижа. Вот. В общем, я вырываю, а он немножко вот буквально не хватает. И Андрей сейчас пытается проехать. Да, тут вот няша такая. Сейчас лебедку до дерева цепанем. Не знаю, давай попробуем. Красота. Уже почти доехали, километр остался. Ну что, мы приняли решение размотать лебедку. Лебедка, правда, всего 10 метров. Сейчас мы ее... Хорошо, хоть дерево есть поблизости. Сейчас до дерева дотянем, довяжем и будем подтягивать. Вот как-то так. До первого дерева, да? Да, вон до первого дерева. Ну, отлично. С Андреем принимаем решение такое. Вот так. Думал, что здесь... Нормально. Думал, леском оно, знаешь, там тверденько, а там самая вкусняшка. Самая вкусняшка. Так, ну ладно, друзья, давайте будем вытаскиваться. Слышала природа? Тютелька в тютельку, бля. Да ты чё? Давай, Вальдемар Карлович. Спасибо тебе, природа. Давай. Слабо. Я понял. Ух, какая какашка. Вот такое вот у нас, друзья, путешествие. Сейчас я вам покажу, с какой красотулечки. Ух, красотулечка. Сидели мы тут. Да. Ну, как бы мучить можно было. Ну, а зачем? Ему хотят тут вот чуть-чуть, да? Вот смотри, и уже на твердом. Вот буквально вот это вот маленькое окошечко. Ух, какая страсть. Надо фотку сделать. Вон, друзья, выскочил я прям по этой колее. Вот. А вот буквально 2 метра-то надо было. Там вот вообще жижа. А уже здесь тверденько. Ну что, сейчас будем пробовать топить в тапок.
Так, друзья, ну что, хочу показать, так как я и сам это хотел увидеть много-много лет, что такое последний лед. То есть вот первую жерлицу я приехал, поставил, она же была мною пробурена там в течение месяца. Вот видите, вода бежит прям в лунку. Это наледь. То есть лед уже оторвало и бежит. Сейчас мы ее заряжаем, ставим живца и вперед-вперед ставить. Какой класс! Ставишь жерлицы, а под ногами практически ничего. Все озеро распалено. Прекрасно. Ни наледи тебе, ничего. И только лунки. Слышно, как в лунке вода бежит и бежит и бежит. А ты получаешь удовольствие. Ждем поклевок. Ждем. Друзья, первая сработка. Смотрите, как мотает. Мотает, мотает, мотает. Мотает. Есть. Схватила. Подсеклась. Есть, 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 есть. Друзья. Что-то маленькое. Есть, да, ну такая небольшенькая. Но идет хорошо, уверенно. Вот-то какая шурагайка. Я в жоке. Да ёперный театр такую маленькую. Я в жоке. Я думал, он сейчас ее обратно упустит. Я думал, это тут крокодил. Крокодил Нильский. Это что за... Крокодильчик такой, а как она хорошо мотала. Открой пасть, я тебя отпущу обратно. Дай мне хоть живца. Ёшкин кот, это что за щука такая? Злючая. А подкрупнее-то тут нема? Эй. А вот господи. Крупней надо на яму установить. Хорошечно. Ой, пальцы смотри, трошки она тебе отбубонит. Отбубонит, это точно. Дай по голове трошки. Нет, шипцами. Я ее отпущу. А ты ее отпустишь? Отпущу. О, как повезло ей это. Я даже живца оставлю. И даже живцо. Вот це е, хлопцы. Вот хлопчики такие даются с добрый. Вот молодчок какой. Всем родителям скажи, тут приехали хорошие рыбаки. Пусть придут. Ну как она схватила, мотала так. А-а-а! Ух, я ж думал, тут как десяточка. А тут прям в шоке. А килограммушечки даже нема. Так, ну что ж, вот и Андрей пошел выставлять свои жерлицы. Я свои выставил. Вот, получил удовольствие. Щучку уже поимел и отпустил. Поэтому можно смело теперь ждать хороших поклевок. Я думаю, что она точно расскажет о том, что дядьки хорошие приехали. Да, весна. Так, друзья, вторая жерлица сработала за непродолжительный вечер. Размотала полностью. Опа! Есть! Есть! Ух ты! Щучка! И опять маленькая. Да что ж такое? Лиля, не опять маленькая. Вы что? А где ваши все большие? Ну вот такая вторая щучка у нас. Красоточка. Давай. Ну, чувствую, что-то будет серьезное. Взяла только живца, съела. Ну ладно. Зато покушала. Ну вот, поймали мы два флажка, две щучки. И обеих отпустили. Ждем что-то серьезное. Возможно, подойдет. Так что как-то так. Рыбачим! Такой вот у нас закат. Нынче выставляемся. Жерлицы выставляем. И никто не мешает. Ни соседей, никого. Красота! Не рыбалка, а сплошное удовольствие. Только короткое удовольствие. Что там такое? Сидит кто-то? Так, что, длинный он тут? Ну, достаточно. Все. Что там, крокодил? Нет, что-то килограмма, что так это. 10.
ты ж бог ты мой. А Брунка не могла войти? Не могла. Ну вот, с первым почином. А я думаю, кого мы с ней есть будем? Видеоотчет. Доброе утро всем. Ну что, наступило утро у нас. Приехали мы на проверку наших желез и видим. Стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть там вдалеке, семь, восемь. Восемь желез. Вот, великолепное утро. Будем сейчас проверять каждую, смотреть, кого поймали, кого не поймали. Вперед, ребята, ловить рыбу. Ну что, друзья, первая проверка. Первая желеца, на которой стоит, горит флажок. Оп, есть, есть, есть. Налимчик, налимчик идет. Потихонечку, такой небольшенький налимчик. Уверенно поднимается, размотал-то он как, а. Прям первый апрельский налимчик. Господи, что же такие маленькие-то все? А. Ну, вот первый налим, он вылез из песка. Из песка вылез. Так, захватил далеко. Ну что, идем дальше проверять. Идем дальше, смотрим. Первого поймали. Приятное утро горящих флажков. Опа! Есть, сидит. Сидит и тоже что-то такое совсем небольшое. Такое маленькое. Ух ты! Окунек. Какой он жадный. Окунек пришел. Какой он жадный, блин. Вот. Окунешка пришел. На один крючок схватил. А рыбку не смог проглотить. Ну вот, друзья, даже окунек на желицу идет. Вперед! Значит, продолжаем ловить дальше. Я, наверное, эту же рыбку и обратно отправлю. Пусть дальше мучают. Пусть дальше мучают. У нас еще сзади еще горящие флажки. Пока трофеи мы еще не взяли, конечно. Но проверка, проверка идет. Рыбалка только началась. Дождь идет. Туман такой у нас поднялся. Сначала как-то все не очень позитивненько. Так. Продолжаем рыбачить, друзья. И проверяем третью жерлицу. Ух ты! Вот это ёшкин кот. Такое. Бля. Ё-моё. Налимас. Фу, как он меня напугал. А идет-то так тяжело, смотри, как будто не налимас, а как минимум килограмм 10. Вот такой, друзья, очень тяжело шел. То ли лунка узкая, то ли налим потяжелел. Вот так, ну что, продолжаем. Флажки горят, утренняя проверка жерлиц. Вперед, рыбачим. Ну что, дорогие мои рыбаки и любители жерлиц, приехали мы на озеро и видим картину маслом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И там в тумане 9-10. 10 жерлиц у нас горит. Вот, что мы из них сейчас поймаем, ну, только вместе с вами потом и увидим. Сейчас мы начинаем проверяться, менять живцов и, надеемся, поймаем хорошую рыбу. Погнали! Ну что, друзья, первую жерлицу проверяем. Что-то натяжено так. Натянуто. Непонятно. Ну, откуда так сдалека, знаешь. Окунь. Ну, по-моему, никого. Но натянуто. Такое ощущение, как будто откуда-то очень далеко. Живец. Да. И никого, блин. И крючок хороший был. Одинарный. И никого. В кушарю утащил. Ну вот, друзья. Трофейная жерлица не сработала. Ждем дальше. Леска очень чувствуется, прям ее тянет кто-то. Опа.
ты! Что-то такое... Ух ты! Щука! Щука! Щука, друзья! О, какая хорошая щука! Щука, друзья! О, ух ты! Ну вот, с первой щучкой. Какая сильная! Какая ты сильная! Не, ты чё? Такое силище богатырское. Богатырское! О, друзья, поймали. Ну, это трёшечка. Какая она сильная. Весенняя, апрельская. Красавица. Ну вот, поздравляем. Вытащили. Вот это да. Так, и у нас загорелась жерлица. Флажок горит. Друзья, прям... Такая размоточка, прям оперативненько она, прям на глазах. Проверяем ее, кто же здесь у нас. Опа, есть. Ух ты, хорошая. Ой-ой-ой. Кто же ты? Кто же ты? Покажись. Ой-ой-ой. Ух ты. О, красоточка. Тоже шустрая. Тоже шустрая, друзья. Красоточка шустрая. Это вот прямо она оперативно на глазах. Еще бы чуть-чуть, и она бы ушла. Ты моя радость. Вперед! Рыбачим, друзья, рыбачим. Весна. Весенний жор. Щуки. Так, и у нас еще одна жерлица. Сейчас будем смотреть, кто у нас тут. Поймалась, какого роду племени рыба. Окунь, налим, щука. Небольшое такое. Бог ты мой, щурогаечка. Ну блин, пускай ее. Вообще, блин. Ой, какая. Передай всем своим. Ну, жалко такую рыбу даже брать. Рыбалка продолжается. И вот она, еще одна жерличка. Опа! Сидит. Сидит кто-то. Ух, так такое хорошее. Только бы не сошел. Только бы не сошел. Идет, пока поддается. Щука. Щука. Ну что, это крупнее или что скажете? Ну вот, вот такой вот щучка. Блин, какая она сильная. Вот такая щучка. Килограммная. Килограммная. Берем. Ну такое что-то шустренькое, щучочка, маленькая щучочка, блин. Ух ты, какая малявочка. Ты глянь, какой ты прыткий. Молодец. А? Ты заснял? Какой? Да. Все заснял? Да. Точно? Во. Ты прям как Анюта. Анюта тоже прыгала в лунку и вытаскивала. Красавцы. Доброе утро всем рыбакам, любителям охоты, рыболовки и рыбалки. Подошли мы. Утро второго дня рыбалки. Проверка жерлиц. Чувствую здесь что-то серьезное, потому что слышу, как леска трещит. И очень хорошо натянута. Будем проверять, друзья, что у нас тут аккуратненько. Не пугая рыбу. Медленно заводим ее. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой! Это, друзья, щука. Щука. Ох ты, как леска трещит. Не очень большая, но очень активная. Такая вот хорошенькая щучка. Такая активненькая. Прям красоточка.
внутренняя, на первую жерлицу. Так, ну вот, рыбалочка пошла. Прям аж тянуло-то как хорошо, адреналинно. Вот. А что же будет, если будет тянуть большая щука? Что ж там за адреналин-то будет? Ладно, продолжаем проверять жерлицы. Утро прохладное, утро туманное, роса, легкая изморозь. Ох, какие орланы летят. Дайте я вам покажу. Орлан летит. Как он красиво летит. Ух ты. Большой такой, огромный. Территорию свою проверяет. Ну ладно, а мы идем дальше. Так. Что у нас? Еще одна проверка. Здесь, по-моему, сидит налим. Потому что даже не размотал, но пытается. И налимчик такой хорошенький, я бы так сказал. Конечно, может и щучка. Потихонечку, не торопясь. Налимчик. Вот такой вот красавчик, налимчик. Налимчик танцовщик. Да. Я поймал. Все. Хорошо. На закрытую жерлицу. Даже тащить не хотел. Но мы все равно проверяем, поэтому каждую жерлицу проверять на наличие живца. Сейчас окунь поднялся уже. То есть он стал активный, то есть живцов сбивает просто так. На раз-два. Все кушать хотят. И окунь тоже. Это есть. Крокодильчатое? Да нет, что такое, килограмм, полтора. Налимчик, похоже. Шустенько идет. Налимчик. Вылазит, красавчик. Вот такой же, как у меня. Блять, нихуя себе. Не рви, тихонечко. Потихонечку главное. Не торопиться. Ух ты. Пятерочка. Ух ты. Ёшкин кот. Ой-ой-ой, как страшно, друзья. Слабиночку не давай, Васильич. Слабиночку. Сюда ее заходи. А такая шустренькая. Ух! Адреналиновая щучка. Адреналиновая. Блин, аж рука затряслась. Мы сегодня поймали щучку. Сотка. Это уже вторая. Фух, класс. Хитрый, блин. Хватит, опять сбил флажок. И убежал. Опа. Кто-то сидит. Окунь, походу. Окунь. Точно. Крокодильчик такой. Ух ты. Вот вы хитрые какие, а? Я же не для вас живцов цеплял-то. Отдай живца. Вот такой окунечек попался. Быстро он его живца слопал моего. Так. Регулируем глубину. Такая хорошая. Так, вот она глубина. И все.
О, уже сидит. Уже сидит. Ничего себе. Только опустил. Так, ну что, отлично, пойдет. Вперед, друзья. Рыбачим окуня. Эта жерличка тоже на окуня стоит. Опа! Опа! Ох, какой! Ау! Ау! Че ты колешься? Отдай! Че себе? Схватил бы как. Отдай! Ты мне главное крючок не сломай. То это у меня единственный. Так, вперед. Андрюх, бери удочку. Окунь дурной, клюет. Опа, есть. Есть какой. Иди сюда. Ох, какой. Ну вот сейчас мы, друзья, с вами наловим окуньков. В то время, когда почти начинается клев. Динар, а что, он так и должен быть, такой крючок здесь? Смотри. Нет, он... нет, он подогнулся, наверное. Блядь. На, подогни этими своими пассатитами. Все, смотри, он активно пошел. А? Ох ты! Пока тут с тобой ля-ля тополя. Тихо. О, тише только. Хороший окунек. Хороший окунек. Да, таких. Вот таких можно половить. Таких я завсегда за здрасте. Опа. Вот этот хорошенький идет. Хорошенький. Едет кто-то, да? Опа! Еще один, иди сюда. О. Красавчик. Красавчик. Окуняшки, окуняшки. Еще живец. Отдай его. И живец на месте. А вот и госпожа зима пожаловала. Снежок пошел. Верба цветет. Ждали весну, а пришла зима. Снег пошел крупными хлопьями. Так, натянуто. Смотрим, что здесь, кто здесь. О. О, опа! Ух, ничего себе! Ого! Блядь. Не съел, короче, не проглотил он его до конца. А хорошее шло. А? На окуня, конечно, будет большое. Но она, видать, плохо проглотила его.
Что-то у нас тут сидит такое огромное и не хочет идти в лунку. Будем ее потихонечку вываживать. Ой-ой-ой-ой-ой. Леска рвет. Леску рвет. Так. Какой? Я думаю, что такое дергает-то? Привет, окунечек. Такой красавчик. Красавчик окунек попался. Хитрец. Какой ты. Ах ты. Блин. Я что на вас тут, живцов? Молодец. Хватил. Дай. Вот такие окуня прям хватают на лету. Не успел запустить живца. Да, удочку надо запускать. Они же что-то у нас тут натягивается прям так. Попробуем ее подсечь. Опа! Ух ты! Идет, друзья! Идет, друзья, хорошая идет! Ух ты! Вот это да! Борьба! Хорошенькая! Ну как хорошенькая? Просто активная! Активная. Хорошая щучка. Ну хоть что-то. Пришлось из-за того, что тишина. Да что такое? Ну, вот такая щучка у нас попалась. Хитренькая. Так, сейчас мы тут живчика ей поставим. И будем ловить дальше. Фух, вот это да, прикинь, на молчаливую. На молчаливую вышла. Вот это классно. И она схватила и сидит. У нее сил, наверное, нету. Поэтому и непонятно. О, вот, друзья. Думал, живец есть, нету. Оказывается, есть. Вон какой попался. Вот это да, красавчик. На жерлечку. Такой. О, батя такой попался. Да. Ах, красавчик. Апрельский Робинзон. Куда он еще лезет? Больше килограмма. Да он еще, глянь, еще еле лезет. Ух ты. Зенку еще не влазит, бля. Ох ты, красотка. Да это трофей, можно сказать. О-хо-хо. Это
Да, с почином. Солнце его закрывает. Хорош, хорош. Утренняя проверка. Жерлички простучал. Вот, и чувствую, что кто-то здесь сидит. Давайте будем смотреть его, тянуть. Тяжеленький такой. Щучка. Щучка. О, она даже отцепилась. Вот такая первая щучка пришла. Здесь давай проверять. Тоже на живца. Тоже смотрю. А жерлица-то неподъемная. Подъемная. Что-то здесь, друзья, сидит такое. Налим сидит. Налим сидит. Вот такой вот налим, друзья. Пришел налимчик. Ух ты! Красавчик. Вот. Такой вот килограмма на два. А ты, боже мой, какой же ты скользкий. Килограмма на два. Ух ты, как леска трещит. Стравливается. О, как вода выходит. Даже в руку не зашла. Налим. Там так странно дернул. Окунь, что ли? Фу, ух ты, ничего себе окунь! Фу. Свеженько, только что взяла. Отлично. Сегодня третий день нашей рыбалки, он подходит к завершению. Проверяем жерлицы, снимаем и едем домой. Проверяем. Я уже пробил. Здесь обычно никого не было. А вот сейчас тяну и прям чувствуется. Тут маленький дохлый такой мертвый живец был. О, щучка что ли? Не, налимчик. Давай, дружбан, вылази. Вот такой вот у нас, друзья, налимчик. Небольшой, но первый раз отработала эта жерлица за все три дня. Я уже думал, эта жерлица не рабочая. Вот, так что налимом мы останемся. Идем проверять дальше. Озеро уже потихонечку начинает распаляться, лед становится все тоньше и тоньше. Чтобы не провалиться в эту полынью, нам приходится объезжать уже дальше и дальше. Ну, как говорится, чтобы не сыграть под ледик. Вот и закончилась зимняя рыбалка всей серии.
Сегодня завершающий последний лед был. Ну, он еще не последний, но для меня уже завершающий. Поэтому собрал все живлицы. Еду домой. 4 дня рыбалки в тайге закончились. Пошел домой. Пока, друзья. До следующей осени.